Технология 5G появится в Молдове не раньше 2023 года, а операторы мобильной связи смогут перейти на новые частоты только к 2025 году. Об этом заявил государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Виталий Тарлев. Операторы составляют свои планы развития, анализируют потребность рынка в этих условиях. После этого осуществляются инвестиции, развивается сеть, составляется пакет предложений для конечных потребителей. Технология 5G безопасна для здоровья, утверждают в Минэкономике. Нормы воздействия или максимально допустимый уровень плотности и интенсивности электромагнитной энергии на человека в Молдове составляет 10 милливатт на квадратный сантиметр. В среднем это в 8 раз меньше, чем в развитых странах и намного ниже европейских норм. 5G – это преемник 4G, его называют частотой современной экономики. Некоторые страны уже внедрили эту технологию, в том числе Румыния. Благодаря более высокой скорости передачи информации в формате 5G хирург может делать операции на расстоянии. Она дает возможность автомобилям передвигаться в автономном режиме. Ее можно подключить к любому серверу. В последние месяцы появились слухи о том, что пандемия COVID-19 была спровоцирована электромагнитной радиацией технологии 5G. Публика ТВ призывает граждан черпать информацию из достоверных источников и не доверять псевдонаучным теориям.